Так, это ход за 29 декабря 41. Близкие разрывы тут. О, это прорыв этих торговых АП судов, АП, транспортных судов из Манилы, которые там оставались. Он как бы не прокатил. Да, президент, знаете. Попадание, 4 торпеды. Там было второе судно. И вот оно, по идее, вроде должно лучше. Ну и уходит в другую сторону, не мимо жолоб. Сколько можно? Утопите вы эту И-16, чтобы она уже все не всплывала никогда, эта посудина. Терпеть уже не. Как можно вокруг курха, брат? Дайте мне. Понятно. Ну вот таким вот этим судом вокруг меня все обставлено. Ну, так мы еще ничего не потеряли. Плохо воюют. Вообще, борьба за воздух явно проигрывается. У меня не хватает истребителей, чтобы повредить вражескую технику, и нету бомбардировщика, чтобы эту вражескую технику пробить на земле, добить. То есть, по идее, это примерно так работает. То есть, вот у вас там сталкиваются группы, да, у кого она больше, тот и побеждает, по идее. Вот они столкнулись, поврежденные машины разошлись с аэродром, кроме уничтоженных. Большинство будет именно поврежденных, а не.
Они сядут на аэродром, пока чинятся, их надо там добивать, утюжить авиацией своей, которая бьет по аэродрому. У меня для всего этого нету истребителей, которые сделают поврежденную японскую авиацию. Нету бомбардировщиков, чтобы добивать их потом на аэродроме. Так все это. Я не знаю. Ну, то есть, какому периоду у меня, ну, там действительно появится количество, качество. Хотя бы там равное качество. Или рассчитывать приходится только на этих, на F4F. Wildcat, они, ну, хотя бы равны с Зерохами. Хотя бы равны. Они как бы чуть хуже, но не во всем. Не, по идее, P-40 тоже чуть хуже, ну, намного хуже, чем F4 сами по себе, но они все равно быстрее, чем Zero. Позволяет им хотя бы из боя выходить. Он обратно собрал, да, свой бастер. Ну, тогда я распылял. Откладывает вот такой вот откладывает финальное наступление. Уже сила выли 80. Сколько здесь? Ну, 6 минимум. Реальности, когда там у него 21 декабря? Танги надо прекращать. По крайней мере, у меня вроде бы очень сильные сейчас проблемы с сапплаем, с обеспечением в Китае. Хреново снабжать. Что это? Запасу на пару дней.